Если говорить об общественном бюджете 2018 года, то ситуация следующая. Победителей у нас 22 проекта. Из 22 проектов полностью реализовано 3. По 17 проектам ведется работа, исключено частичное финансирование. Почему такая ситуация? Потому что в первую очередь мы обязаны выполнять требования закона о публичных закупках, и это вызывает определенные сложности, в первую очередь временные. Кроме того, по ряду проектов необходимо разработать проектно-сметную документацию, получить соответствующие экспертизы, и это также занимает определенное время. Если говорить об общественном бюджете, который проходит сейчас, то есть общественном бюджете 2019 года, то работа эта продолжается. На сегодняшний день получено 106 проектов по общественному бюджету. Департаментом экономического развития проводится первичная оценка этих проектов. И с 6 октября по 4 ноября эти проекты будут представлены на рассмотрение соответствующей комиссии. После 4 ноября, с 5 ноября начнется голосование за эти проекты.